Ты куда? Ты куда? Ты пойман. Да. Ты пойман. Кися. Ты собираешься нюхать телефон? Симоне. Симоне. Ля-ля-ля. Утя. Сейчас про твоих братьев меньше будем. Там, кстати, кот будет в показе, но один в один почти ты. Только... Да, только ты мышек никогда не видел. Ну, у тебя есть очень много мышек, но они все такие. Из шерсти кролика сделаны. Вреднота, вреднота, вреднота ты моя. Спойлер, про них мы сейчас будем смотреть. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, постоянные зрители канала. Не откладывая долгий ящик, мы разыграем вот это немножко трэш-сову от компании Avon. И наш рандомайзер, выбираем комментарий, и это непонятное, совушка прелестная, броши действительно роскошные, насколько не люблю цветочки, а тут розовый букет просто покорил. И первая звезда, слова восторга разбежались и так далее. Итак, кто это у нас? И это у нас, сейчас, секунды, грузится. Все грузится, и мы сейчас узнаем победительницу самой совушки. Ух, это фактически волнительный момент, но у вас есть время поставить лайк. И это Анна Бажора. Анна Бажора, вам такая вот немножко с нервным тиком сова достается. Вам следует теперь со мной связаться в Viber, WhatsApp, Telegram. Вся связь со мной есть под моим видео в инфоблоке. Нажать кнопочку еще. И в первом моем закрепленном комментарии под любым видео. И чтобы доказать, что вы действительно достойны этого приза, вам нужно прислать скриншот, что вы подписаны на меня. Стоит лайк под видео. Ну, комментарий, соответственно, не нужен, потому что я его сама и зачитывала. А если вы также хотите выигрывать на моем канале, нужно что делать? Правильно, все очень легко. Нужно подписаться, потому что ролики у меня сейчас будут энное количество времени выходить нерегулярно. Ну, сейчас, так скажем, остановимся на четверге. Может быть, и в субботу, может быть, и другое время. Поэтому, девы мои, пора, пришло время нажать на этот чертов колокольчик, сделать его темным-темным, а также поставить сходу лайк за мои старания и за этот замечательный контент, который вы смотрите. И написать положительный или нейтральный комментарий. И тогда следующая броши станет ваша. А сегодня у нас просто обзор с, так сказать, сходу. Потому что я вот прям вот зачерпнула буквально-таки для вас. У нас сегодня Animal Planet. Да, у нас сегодня животные, ну, так скажем, в большой категории. Поэтому у нас сегодня zip-пакеты, которые я терпеть не могу, но которые приходится... все-таки как-то держаться. И первым делом у нас вступает вот такая вот черепаха. Красные глаза, о боже. А под этому я... Так, ты маркированная, мать? Нет, ты не маркированная. Ну и фигня с ним. У меня опять кто-то украл мою маленькую стучалку. И это у нас керамика. Так, это на месте. Все тут у нас на месте. Ты на месте, кстати? Она просто очень-очень-очень тугая. Ну и хорошо, держаться будет. А немножечко у нас иголочка просела. Но это фигня, это круглогубцами очень быстро все поправляется. Я сегодня показываю лот как есть, без прикрас. Он даже еще и не сильно-то и помытый. Вернее, он вообще не помытый, поэтому мы видим сегодня так, как есть. Потому что, честно говоря, у меня не было на это абсолютно никакого времени. Но... ничего. Так, следующий пакет. И у нас тут прям какая-то россыпь. Давайте мы эту россыпь рассыпим. Извините за тавтологию. И первым лотом у нас идет. Тут, наверное, и современные будут. Да, вот броши. Сразу говорю, лот не сильно дорогой, поэтому падать не надо. Но, как говорится,
Приятные вещицы тоже будут. Посмотрите, какой насыщенный цвет у колибри. Можно и как на цепочку ее присандалить, и как брошь носить, и как, ну и совсем, если у вас хочется душе и того, и одновременно и цепочка, и брошь, и да хоть еще кого-нибудь приколите. Вот такая замечательная колибри. У нее очень красочные кристаллы, которые прям вот нисколько не искажают. Прекрасно переливается. Вообще, зайка ты моя. Вот, кстати, насчет зайк. Зайка ты моя, сказала я и достала пин. Так, ты маркированный? Да, ты маркированный. И кем? Скорее всего, Эйвоном. Сейчас мы посмотрим. Да. Написано Авон, это же Эйвон. Все, вот здесь вот именно вот так, чтобы открыть, вот эту надо пумпочку приподнять. А и так все, фиг не откроете. Посмотрим. Замечательный жопастенький зайчик, который, или зайчиха, я не очень тут сейчас могу это увидеть. Вот такой вот замечательный пин, поэтому... Символ, слава тебе, Господи, ушедшего года. И тут еще кусок зайца. Тебе ты убегал или это не заяц? Нет, по ушам заяц. Старенькая брошь. И я не знаю, что тут у нас. Во-первых, как тебя открыть? Так, замок у нас здесь крайне простой. Игла-петля. Но есть какая-то цепь. Видимо, это заяц на цепи. Господи, в Америке совсем с ума посходили. Значит, этих всяких, которые не определились с полом, они защищают, а зайца они на цепь сажают. Да, вот так это все выглядит. Зайчик старенький. Ну, удаленький. Раз на цепи сидел. А может, и не заяц, может, и какой-нибудь там ослик. Нет, папа, это вроде заяц. Ну, в общем, вот так вот интересно смотреть, когда лот называется, можно сказать, загадка. Потому что, честно говоря, я черпнула, что черпнула. И что черпнула, то вам показываю. Вот. Так, следующий пакетик. О, кися. Моя кися дрыхнет. Может, сейчас и придет. А, в принципе, киси все всегда только делают, что дрыхнут. Поэтому сейчас будем... Так, иголка зацепилась, поэтому кися не хочет вылазить, как все киси. Вредничает. Да иди ж ты сюда-то. Сразу девочка. Мне кажется, или кошки вреднее котов. Просто по-моему, если посмотреть, то в нем что-то тоже от бабы есть. Уж вредный больно. Так, это у нас что? Это стекло. Под гематит. Вот такая брошенция. Очень не хотела вылазить долго. Ну, не сказал бы, что она прям пипец какая современная, и пипец какая она уж винтажная. Так, серединку на половинку. Веселая брошь, которая развеселит вас. Извините за тавтологию. Так, мадемуазели, вы готовы к следующему? С фокусом. Итак, у нас на экране вот такой прекрасный щеночек, пёсель. А это у нас, по-моему, закос под марказит. Сейчас поближе посмотрю. Сам это... Да, это на металле вот так сделано. И нас украсили вот такими сине-голубыми кристаллами. И что у нас здесь? О, маркировка. ААИ. Замечательно. Он, его зовут ААИ. Прекрасный пёсель, в прекрасном настроении, с бантом, с, ну, видимо, мальчик, раз стразы такого сине-голубого оттенка. Так, здесь вот не хватает, по-моему, одного, но это ничего страшного, мы впендюрим такой же, поэтому вообще не... Я поэтому говорю, когда я показываю натурель винтаж, то есть как есть, тут может не хватать стразика, глазика, жопки, крылышка, ничего страшного. Что можно прилепим? Ну, тут это вообще, я говорю, это не страшно беда, это только один кристаллик такой же прилепить. Так, неожиданно на меня вылетела голова лошади. Неожиданно. Так, уйди.
Тяжелая голова лошади. Так, здесь у нас глиттером. Ни одно как-то вот какое-то смущение вызывает это слово, которое я говорю. Ну да, я девушка похабная. Че я? Меня уж там и так хают, что я и базарная, и какая только я не бываю. Ну, мне, честно говоря, сейчас я посмотрю, тут что у нас с замком. Честно говоря, мне от этого не холодно, не жарко. Отсылаю таких в бан. Очень просто тугой замок. Его можно повернуть только чуть-чуть. Вот-вот настолько закрывается, и все. А не, можно ВДХ еще сделать, и нормально будет. Так, лошадь, глиттер и го-го. Ну, для любителей лошадей здесь просто рай. Наверное, это мой рай. Любить лошадь немножко. Пошло прозвучало, правда? Ужасно, да. Кстати, о лошадях. Так, у нас тут более, так уже, более презентабельный вариант лошади. И это подкова для счастья. И что-то, мне кажется, она маркированная Джейм. И мне это не кажется, потому что такую лошадь может сотворить только замечательная фирма Джей-Джей, которая всегда добавляет веселости в свои и так нескучные броши. Итак, если мы захлопнем калитку, то мы видим всего лишь одну лошадь. Если мы откроем эту калитку, мы видим дополнение. То ли это жеребенок, то ли это девушка лошади. Прекрасно, прекрасно. Вы получаете две лошади по цене одной. Прям акция для пятерочки. Две лошади по цене одной. Ох, господи, что я сегодня несу? Надо поменьше Антони Юлая смотреть. А то понасмотришься его разборов книжных. Вообще, это книжные разборы, если что. Да. Я тут просто современной литературой увлеклась. Мне как-то дурно стало. Ну и стала смотреть книжные разборы по этим... и по этим книгам, которые я тут пыталась читать. Поняла, что книжный разбор от этой дури не менее трэшовый и кринжовый. Поэтому, короче, кто меня не понял, там... Пипец полный. Вот. А вы еще тут говорите, что я вам какие-то слова страшные. Итак, собака удлиненная. Количество одна штука. У нас здесь эмаль, чуть-чуть кристалликов. Хорошее очень состояние, я бы сказала, начало 2000-х. Есть сквозная петля, чтобы вставить эту вот петлю. Господи, что же, господи, пересмотрел, точно. Есть, чтобы вставить цепь и носить вот эту длинного пёселя у себя как на шейнике, на цепи. Вот. Или как брошь, как мы, в принципе, и привыкли. Пёсель достаточно объемный, у него есть все четыре лапы. Породу я эту не назову, но это такие, знаете, мелкие трясущиеся такие вот. Мефодий таких не любит. Он почему-то очень уважает крупных собак. Но Мефодий уважает все, что он не может победить или съесть. А ты будешь стоять? О, стоит, отлично. Так, и что у нас еще? А, ну, конечно, конечно, конечно. Как мы могли без этого? Как мы могли без бабочки Мане, которая есть, черт возьми, в каждом лоте? В каждом лоте, который я покупаю, есть этого бабочка Мане. Она больше, меньше, равно или еще что-то. Она более встрепанная, менее встрепанная, в офигительном состоянии, как здесь, в менее офигительном состоянии. Итак, посмотрим, угадала я или нет. Есть ли здесь маркировка Мане? Сыграем в эту игру? Сыграем. Я победила. Мане. Итак, закрываем. Как видите, говорить тут особо нечем, потому что мы ее наблюдаем на моем канале чаще, наверное, чем заставку моего канала. Ты сбила пёселя. А его и так вон сквозным отверстием можно носить. Стой. Итак, из летающих у нас колибри и бабочка. Кто у нас там еще летает? Никто больше? Нет. Так, и далее, 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 далее. Господи. Мышь ко мне приползла. Привет, меня зовут Эсмеральда.
И я актриса. Ну, мне кажется, так должна выглядеть такая мышь. Почему ее зовут Эсмеральда? Да бог его знает. Ну, наверное, потому что у нее очень длинный хвост. А на самом деле очень популярная, очень-очень популярная эта брошь Эсмеральда. А, но почему-то она мне все время не попадалась. Вот. А Эсмеральда, я тебе сейчас найду другана. Пока держи здесь. Да, ты лежи, ты, господи. У меня есть для тебя друг. Ты маленькая хорошая мышка. Поэтому у меня есть тоже, кстати, появлялась уже эта брошь на моем канале. У меня есть замечательный друг для тебя. Это маркированный, кстати, нет? Нет? Ну, тогда не отвлекаемся. У меня есть для тебя замечательный друг, кот Фёдор. Ну, ты Эсмеральда, она Фёдор, все в порядке. Как прям в этих, в романах Ли и Стефи. Кстати, кто читал, почитайте. Поймете, что у вас в жизни все в порядке. А как вы видите, Эсмеральда просто замечательно умещается в Фёдоре. Опять что-то не очень как-то, наверное, прозвучало. Но в данном случае мы имеем дружбу, так сказать, одной пищевой цепочки. А, что не может не радовать. Кстати, у нас тут... Нет, пока еще друг друга никто не сжирает, кроме вот... Ну ладно, не бог с ним. А Эсмеральда и Фёдор удаляются немного от нас. А, и... Они прекрасно компонуются вместе. Такая вот немножко веселая, плотоядная картинка у вас получится из броши. Если вы немножко садист и хотите ее поместить в желудке. Ну или где-нибудь сбоку, если Фёдор все-таки решит охотиться с Эсмеральдой. Или у нас сюжет Сумера, где не лев влюбился в овечку, а кот влюбился в мышь. Черт возьми, то, что я понасмотрелась, поверьте, это нормально. Это нормально и нормально. Так, дальше. Ну, после такого спича, почему бы нам не посмотреть на коралловую саламандру, а по-русски рыжеватую ящерицу с зелеными глазами. Ты прям как хозяйка Медной горы, мать. Винтажная и зеленоглазая. Это у нас эмаль в прекрасном состоянии. Лапы во все стороны. Куда бежить? В общем, молодец. Те, кстати, из-за них никто не съедает. Наверное, нет, поэтому спокойно будь, пожалуйста, здесь с нами. Вот, дальше. Дальше еще один пакетик со счастьем. Я сейчас в хорошем смысле это сказала, а не в том, в котором подумали. Или это, может быть, я только в этом смысле думаю, потому что я насмотрелась всякой тиктокерской и ютубешной фигни. Так, и у нас тут кто? И у нас тут шахматный пёсель. Боже. О, божечки, о, боже. Какой нестандартный ход дизайнера сделать из пёселя шахматную доску. Боже, что с ним было? Черт возьми, кто мне напишет? Что было с дизайнером, который увидел в собаке и в шахматах что-то одинаковое? Евграф упал. Я не знаю почему, но он будет Евграфом. Ну, а как вы думали, я его назову? Себастином? После вот этого всего? Не. Иди к своим. Так вот, нормально. А, боже. Кто-то явно слушал Алену Свиридову в Новомерике. И явно вдохновлялся ее творчеством. На самом деле, по-моему, Алена Свиридова больше вдохновлялась творчеством неизвестного ювелира и неизвестной фабрики, потому что она не маркированная, но мы закрыли иголочку. И перед нами розовый фламинго, дитя заката. С обалденной эмалью. Сейчас посмотрю, это посерединке грязь или все-таки надо брать дороже, потому что это винтажный. Я шучу. Да, есть небольшой сход покрытия, по-моему, чуть-чуть-чуть-чуть. Сейчас, у меня глазами просто легче. Да, и это какой-то не совсем даже сход, там это все это еще и поблескивает. В общем, все непонятно, но очень красиво. Вот такой вот фламинго розовый. Как мы знаем, розовый он только из-за того, что ест правильные водоросли, и, соответственно, эти водоросли подкрашивает его перья. Фламинго его, да. Вот, а так бы не ел бы эти водоросли, обычная бы длинноногая курица была бы. Ну, как говорится, имидж решает многое. Так, и теперь пошли по трэшу.
чтобы до этого трэша не было. Так, так, так. Тут черепах много. О, да, черепашечкой. Хотел сказать, закусим. Кстати, кто-нибудь пробовал черепаший суп? Это вкусно. Я не к тому, что я сейчас пойду брохами это накидаю в кастрюлю и морковки добавлю. Нет, просто это мне интересно. Потому что у нас же там люди-то ездят во все азиатские страны. Может, там пробовали? Я просто не пробовала черепаший суп и не была в азиатской стране. А черепаший суп в Анапе, ну, я не думаю, что это прям то, что нужно пробовать. Не, я не к тому, что я сейчас гноблю Анапу. Я люблю Анапу, я отдыхаю в Анапе. И вообще Анапа forever. Как говорится, с 96-го года мы с ней неразлучны. Но пару раз, слава богу, разлучались там Европой. Но сейчас в Европе делать нечего. Поэтому я у вас и спрашиваю. Кто-нибудь пробовал черепаший суп? Говорят, это очень вкусно. Я, честно говоря, не могу съесть черепаху, зная, что это и сварено из черепахи. Тем более, ну, не знаю, вот личное мое вот такое. Так же, как я не смогла съесть в Испании улитку, когда ее достали. Ну, вот, черт возьми, мы друг другу, мужу очень долго передавали, и... Сейчас он даже выдохнул просто каким-то истерическим выходом. Вот. Но зато крабики шли просто на ура. Я вам хочу сказать, крабы, там все там дела там. А улитки, сколько бы мы вот эту вот, как это, завитую соплю, желеобразная такая, ну, не желе, она такая тверденькая такая пружиночка, не тверденькая такая, ну вот. Возвращаю. Такая резиновая. Господи, что я же придумываю это. В общем, мы очень долго передавали друг друга. Съесть мы это не смогли. А я просто не смогла. Я не фанат. Муж сказал, что он просто выплюет. Ну, он не достал долго просто подбирать слова. Так, мы видим офигенную эмаль. Мы видим замечательные кристаллы. Мы видим замечательное золочение. И мы видим, что эта брошь и не молода, и не стара. Опять-таки, начало 2000-х или даже, может быть, чуть-чуть постарше, ну, там, 90-е и прочее. Потому что я помню в 90-е такие броши, и я жутко такую хотела. Правда. Потому что у моей учительницы по химии была типа того брошь, и мне просто ее очень хотелось. Я не знаю почему. Не учительницу по химии, слава богу, но брошь точно. Так, еще одна черепашенция. Это последняя. Не последняя. Вот такая вот мамзя, большая, красивая и серебряная, ну, не чисто-то, она тяжелая, девчонки, прям вот этой вот. Муж, что ты сейчас сделал? Ты разрушил полквартиры опять? У меня просто живут дома два каких-то, это, они рушат все, по-моему, ходят по 2 метра. И все им мало. Очень интересно сделан панцирь такой юбочкой. И в него вставлены кристаллики. Кристаллики стекло, сразу говорю. Лупить не буду, потому что они мелкие. Вы там не особо чего слышите. Я просто вижу, что это стекло. Глазки тоже. Вернее, глаз. Мне нравится разнообразие полета американских кутюрье, джеверли. То есть дизайнеров по... украшением. Глазки либо зеленые, глазки либо красные. А эсмеральда, к тебе это не относится, ты великолепна. А остальных цветов более не существует. Ну и хрен с ним, хочется сказать. Иди. Так, пёселя мы завалили окончательно. Поэтому предлагаю его завалить вот так. Его и так уже все видели много раз. Так. Чё? Давайте по птице пойдем. Давайте. Давайте. Птиц мало. Птиц мало. Удовольствие тоже. Итак, что у нас? У нас петушок. Петух. Красавец. Просто. А глаза нет, но будет. Маркировки нет, но не будет. А по достаточно большому... так... Не, иголки, не, это не волоском. Значит, это тоже конец 90-х, начало 2000-х. Кто будет писать, что это почти это новое, если что, с начала 2000-х уже 20 лет прошло. Угу. Вот.
Еще 10 лет полежит, повинтажеет, не волнуйтесь. А, и вот такая замечательная сохранность. Замечательная. Так, у нас здесь что? Давайте посмотрим, что у нас на хвосте, куда он влез. Так, что у нас здесь? По-моему, какая-то небольшая то ли скол. Сейчас я посмотрю сама. Да, такое ощущение, что чем-то его вот так вот нечаянно вот так вот черканули, но так как вы сейчас смотрите это в троекратном увеличении, поэтому это что-то видно. Так, абсолютно все спокойно. Говорю, глазика нет, глазик можно посадить. Наверное, посадите красный глаз. Просто бешеный петух удачи. Почему бешеный петух удачи, я не знаю. Очень хороший металл, непрогибный. А то другие берешь в руки, просто там они разваливаются. И вот такой вот замечательный, красочный, сочный петух. Я сейчас в нормальном смысле это говорю. Если подумали в другом, сами извращенцы. Вот. И пристраиваемся где-то вот здесь, потому что кот с удовольствием съест суп из петуха. Точнее, не суп, а вареного петуха. Потому что живой петух ему еще и люлей даст. Так, ты будешь последний или ты будешь последний. Поэтому у нас остаются два претендента и еще там. Ладно. Так, давайте пёсель. Необычный пёсель. Опять хочется сказать удачи. Почему мне хочется все время сказать удачи? Вот такой. Я забыла, как называется вот эта квадратная порода собак. Я знаю, что их очень любят выбирать сыщики. Хотя, что она может сыскать, я, честно говоря, не знаю. Очень интересное, опять-таки, прочтение. Мне реально нравится, как сделана шкурка, да и, в принципе, весь пес. Это такая очень красивая сетка. Достаточно очень сложный рисунок и кристаллы, которые здесь есть. Так, ну, это уже более старшие года. И очень обидно, что нет маркировки, потому что я вижу, что хорошая очень сохранность винтажной вещи. Замечательная. Я сейчас просто это подергала. Замечательный у нас это металл и прекрасный замок. Иголочка тоже вообще. О, пес вообще классный. Переливается прекрасно, но камера никогда не любит, когда что-то переливается. Поэтому вот такой пес идет к саламандре, наверное, я не знаю. Так, от этого вы с ума сойдете. Так, давай, ладно, иди сюда. Пусть он будет последний. Это третья, еще одна и одна. Вот такая черепашка, вот это моя самая любимая. И самое классное вот это стекло. Просто специально стучу, потому что у меня... Да господи! Это зарядка, все в порядке. Вот. А вот такая вот у нас девочка с открытым забралом. Так, как тут тебя закрыть-то? Я это почему все время говорю так? Потому что я через камеру это не вижу. Мне очень нравится вот этот медный оттенок. Грамотно подобраны кристаллы, и я хоть и сейчас могу просто спокойно сказать, что кристаллы это хрустальные. Поэтому отнести ее к... Да еще даже в глаза такие... Эсмеральда, ты тут ни одного не вымахивайся. Вот это стекло классное, вы видите, достаточно. Я пальцем делаю, и оно как раз еще помыть вообще классно будет. Это так называемое замороженное стекло. Еще на нем есть, соответственно, ну, специальные такие насечки, которые делают ее это стекло панцирем. Вот. Классная брошь. Великолепная, такая прям ух, и красивая очень. И, скорее всего, это морская черепаха, потому что ласт у нее. Хотя вот по цвету морской бы, наверное, лучше вот этой быть. Правильно? Неправильно, не знаю. Вот. Вот такая вот. Я чешу нос, подождите. Все, я почесала нос. И дальше сейчас, наверное, забьется в истерике вся моя публика, которая осталась со мной, если еще вообще со мной кто-то остался. Перед вами, как я ее называю, клубничная сова. А вот просто почему я ее так называю, потому что ее пузичка мне напоминает клубнику. Здесь обалденный эмаль и просто замечательная винтажная пыль. Так, здесь очень каких-то много маркировок, сейчас все увидим. Давайте, чтобы мы все увидели, мы приблизим.
И что мы здесь видим? Да хрен мы тут что видим? Номера мы видим и... Оля, помоги, что мы тут видим? Оля моя подписчица, которая всегда умеет рассмотреть то, что я не могу рассмотреть. Так, сейчас я, может быть, вот так рассмотрю. Девчонки, тут можно бы что-нибудь рассмотреть, но здесь настолько вот в кругляшке вот эта вот рябь, которая здесь проходит, она слилась с буквами. Но читаемо цифры. Первая буква А, потом 204, а дальше хрен его знает. Показываю. Может быть, Сфинкс, может быть, нет. Но, в общем, так или иначе, брошь это очень классная. Просто кто говорит, что если там крупный замок, то это обязательно, это новые броши, нифига. Какие вылезанки, такие ставили, какие у поставщиков были. Вот. А глазки у нас стеклышко, потому что оно холодное. И обалденная эмаль, да еще вот с таким эффектом. Да еще она просто и изумительная, да еще и она клубничная. Да просто она шикарная, эта сова. И я вообще от нее балдею. Все, прекрасная сова, иди сюда. Наверное, так, подвинь этого толстого кота. Итак, да, у нас сегодня такой юморной, не очень серьезный показ. А что все время корчмах-то биться, правда, правда? Поэтому я решила закончить такой вот легкой, ненавязчивой, доброй брошью, которая, в принципе, у меня сейчас в руках. И я вам ее сейчас покажу. Немного странный цвет для этого создания, но я так понимаю, здесь что-то мифическое, мифологическое и отдает восточной культуре. Вот, в общем, встречайте, добрейшая, милейшая брошь. Вот. Угу. С какого хрена тигр позеленел, я не знаю. Может быть, он там готовится стать драконом. Сейчас же год зеленого дракона. Но эмаль красивущая. Если вот так вот ее чуть-чуть почистить, то вообще вот такое вот замечательно. Она с полупрозрачным эффектом. Брошь тоже претендует на звание 3D, потому что мы видим язык, клыки, нос полностью. Глаз классно сделан, ну, естественно, красный. Вот. Дальше. Брошь вот такая. У нее вот здесь вот это язык, если что. И плюс можно, она чтобы вот была вот так вот, висела как бы у вас, и был дополнительная опора. Как бы упирается вам в тело. Ну, естественно, она вас не протыкает нахрен, но есть такая дополнительная опора. Брошь тяжелая. Прям тяжелая, да. Качественная, классная. Мне она очень нравится, поэтому я решила ей завершить показ, потому что она офигенная. Да, она офигенная брошь. Почему бы и нет? Вот такая вот прелестница. Добрая, ласковая кися. Буквально мой Мефодик почти все время в любом состоянии, кроме как не утром и вечером, когда кормежка. Нет, а в остальное время у него тоже еда стоит, вы не волнуйтесь, он просто в остальное время спит. Вот, вот такой вот замечательный кисеныш зеленый. Хотя, может, я вот тоже злилась, если бы вдруг позеленела бы. Глаза красным налились. Ну, в общем, неважно, но это для меня просто сегодняшний шедевр показа. Ну, в общем, вот типа того сегодня. И очень необычный, так скажем, показ. А почему бы и нет? Чё нам все время только вздыхать и охать? Так, и кого мы сегодня из вас на подарок отдадим? Да нет, я просто лошадь поправить не бойтесь. Вот, у нас явно перевес черепах, поэтому давайте такое среднеарифметическое значение. Допустим, ты. Вот, вот эта черепашка станет наградой той или тому. Господи, когда же мужик выиграет, а хоть один. И кто подпишется все-таки, девочки, не бойтесь, это можно и нужно сделать. И напишет положительный нейтральный комментарий, плюс поставить лайк под видео. Все просто, как швейцарские часы. Опять-таки, и вот эта вот замечательная Брунгильда отправится к той или к тому, надеюсь, кто это все сделает. В следующем выпуске мы ее как раз и разыграем. А сейчас как раз окиньте взглядом вот этот замечательный лот. Просто просмакуйте каждого из них. И, как говорится,
пишите все, что накопило, наболело. Я имею в виду по лоту, а не по жизни. Вот. И, пожалуйста, я буду... Мне очень интересно. Я читаю все комментарии. Вот. Особо те, которые плохие, я удаляю, естественно. Баню к чертовой матери. Вот. Всем остальным, как говорится, только добра и добра. Вот. Ну, а кому-то, если захотелось кого-то, все очень просто. Со мной можно связаться, спросить и получить ту или иное украшение. Не в подарок, нет. Но, как говорится, за небольшое вознаграждение. Шучу. Все по старой схеме, все так же. Поэтому, девы мои, сегодня у нас вот был такой Animal Planet, как я сказала. Даже некоторые пищевые цепочки собрались. Вообще прекрасно. Кстати, сова тоже мышь может слопать. Господи, бедная Эсмеральда, все тебя хотят сожрать. Бывает, бывает. Вот. Поэтому вообще просто замечательно, мне это нравится, мне это все по кайфу сегодня вам было показать, надеюсь, вы тоже порадовались вместе со мной, несерьезно отнеслись к этому лоту, но серьезно отнеслись к его красоте. Вот, поэтому всем добра, всем денежек побольше, всем здоровья по огромной куче, а с вами была всегда ваша Яна на диване, и мы обязательно когда-нибудь увидимся, когда вы нажмете колокольчик. Все, счастливо, пока-пока!